Всем привет! Меня зовут Максим Смирнов, я иллюзионист. Друзья, вы задумывались когда-нибудь о том, как работает наше внимание? Сложно, а порой невозможно сконцентрироваться на двух вещах одновременно. И при этом наше восприятие обусловлено некими рамками. Как это работает, я вам сейчас покажу. А для фокуса мне вновь потребуется ассистентка, и, конечно же, это обворожительная Яна. Яна, привет! Привет! Итак, выбери, пожалуйста, любую карту. Покажи ее в камеру. Сама, надеюсь, запомнила? Да. Здорово. Клади ее наверх и приподними колоду сейчас в любом месте. Угу, клади на стол. Смотри, я накрываю карты другими картами и сейчас постараюсь сделать так, чтобы твоя карта каким-то образом себя проявила. Смотри, я щелкаю пальцем, и в колоде появляется одна единственная красная карта. Ты помнишь, какая карта у тебя была? Да. Назови ее, пожалуйста. Тройка крести. Три крести. Замечательно. Смотри, это единственная красная карта, это тройка крести здесь в колоде. Угу. Смотри, я убираю ее в сторонку. И сейчас постараюсь сделать то же самое. Я буду пролистывать колоду. Скажи стоп. 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 Вот здесь возьми карту. Покажи в камеру. И убираю ее примерно в центр куда-нибудь. Теперь смотри, все делаешь сама, возьми колоду и постарайся найти там одну красную карту. Ее здесь нет. Ее здесь нет. Какую карту ты выбрала? Второй. Король крести. Король крести. Смотри, у нас прошлая карта, красная, превращается в короля крести. Угу. Классный фокус, круто. Правда? Но, друзья, на самом деле фокус заключался не в этом. Вы заметили 7 деталей, которые поменялись за последнее время? Нет? Сейчас мы вам покажем. Сама, надеюсь, запомнил? И приподними колоду сейчас в любом месте. Угу, клади на стол. Другими картами. И сейчас пальцем. И в колоде появляется одна единственная красная карта. Ты и постарайся найти там одну красную карту. Улыбаемся и машем, привет!